Ой, я вас приветствую, дорогие друзья. Давайте подождем, пока все подключатся. Хочу сообщить очень приятную новость для меня, для всех моих сторонников, а также для всех нормальных людей, которые против бандитского режима Плохотнюка. Так, вижу, народ подключается. Так. Так. Хочу. Якая дребт. Так. Значит, те, кому понравится то, что я сейчас сообщу, делайте, пожалуйста, перепосты. Фача звару грипостур, чей кари осы лепла кэштиря, кари акум осы фи анунсаты. Так, яка. Так. Так, салутер в один плата цара. Вижу север, юг, Кишинев, родные бельцы, в диаспора депестихватаре. Так. Так, ну что, все, кто есть онлайн, значит, еще раз всех приветствую. Васалут стимас приятень. Амун мессаж фарти позитив, фарти импортант. Идет с камшун телефон рож, снул деваки Плохотнюк. Азвазут шоул, реджизат, шоу-организат, где олигархул, интерлопул, Ашарфи Майкореспус, Владимир Плохотнюк, ультимили саптамын, чей цини, де мандату, де арест алуй усатый. Прима инстанция, адова, прокуроры ли треморы килоцеи, кавкалюк кауты держа зеленка. Азвазут. Азвазут камау анунцатан каутаря интернационала. Кумари шоу, кьята усатый, есть и уны динчей май перекулуш инфракторь. Азвазут некотын ла фаптулка туати каштиу фарти бини камафлу акуман федерация руса. Камафлу федерация руса. Так, кум центри рубчего фарти импортан. Так. Секунду. Алло. Да. Привет. Сняли. Сняли. Да. Нет, нет, это они сами. Я даже не успел вмешаться, они сами. Без этого. Сейчас расскажу. Я просто отошел в сторону. У меня там прямой эфир в Фейсбуке. Просто отошел в сторону. Сейчас там расскажу и наберу тебе 3 минуты. Спасибо. Алло. Маскузац. Стимас приятень. Извините, значит, тут очень многие просят то же самое сказать на русском языке. Значит, вы все видели шоу, организованное карманными прокурорами и милиционерчиками Плохотнюка. Весь этот цирк с
международным розыском. Ковкалюк был в Лондоне, и Горбунцов выступил по скайпу и обвинил опять Усатого. И доблестные прокуроры возбудили дело, закрытое много лет назад, и на основании его нарисовали еще одно. Ну, просто гангстерский фильм. Значит, да, на самом деле, подтверждаю вам, сейчас открою документы. Спасибо патриотически настроенным офицерам в Молдове. Значит, сейчас. Значит, в 24 октября в 20 часов 53 минуты по молдавскому времени доблестный суд Плохотнюка с его прокурорами и всякими конченными подонками, которые фабриковали это дело, подали меня в Интерпол. На основании заявлений преступника Горбунцова, который находится в Интерполе, там имеет 5 уголовных дел и так далее. Значит, устроили шоу, клеили мои фотографии по всей стране и так далее. Хотя не знаю, что я нахожусь в Москве. Вот сегодня я получил прикольную информацию. Хочу уведомить преступника Плохотнюка и весь его бандитский режим, который на него работает, что Леон, это центральный офис Интерпола, снял меня сегодня с международного розыска. Врал своим форме с режиму бандитеск, штал хареслый Плохотнюк, к Леону Астас Москос пимени Динкаутария Интернационала, держа повесть Алуй Плохотнюк, кусатый, карело кузат, к ло умурыт пи Горбунцов штать прости леся, Интерполу уфичу централ, но попад котлета бандитяска Луи Плохотнюк, шидяста с ее нумая сын Тенкаутари Интернационала. Акума домнули Плохотнюк, бусу йог, кавкалюк, шересту болванилор. Урджент требус май гасы смакар вручин зече мартур, пати нешти секретарь, дя Луи Плохотнюк. Может, каких-то бомжей найдут, поработайте с тюрьмами, с тюремными авторитетами. Вам срочно надо найти плохиш, еще хотя бы 5-10 свидетелей. Попробуйте укрепить вашу версию, что Усатый заказчик преступления. Значит, я хочу поблагодарить. На самом деле, я занимался тем, что нашел адвокатов, одних в Соединенных Штатах Америки, других в Евросоюзе, третьих в Москве. Провел предварительные переговоры, должен был заключить с ними договор, чтобы они доказали в Интерполе, что я преследуюсь по политическим мотивам, как человек, который хочет уничтожить режим Плохотнюка. До этого даже не дошло, потому что Леон сам снял меня с розыска. Значит, сегодня осталось только уведомление. Молдаване уже поняли, что штанга. Значит, и они уже методом диффузии обращаются в разные страны. Ну, например, если я прилечу в Германию, Румынию там, то, ну, окей. Как бы, если я прилечу, например, к Пете Порошенко, партнеру Плохотнюка в Украину, то есть они отправили уведомление, что я в Молдавии разыскиваю за такие преступления. И такой же бандит, как и Плохотнюк Порошенко, я уверен, что может дать команду меня арестовать и отдать Плохотнюку. Но главное, что я снят с Интерпола, я снят плохиш с международного розыска, в котором ты собака будешь. Потому что ты преступник плохиш. И я доведу до конца расследования и с румынскими правоохранительными органами, и с английскими. Я не буду больше сообщать о том, что я делаю конкретно по процедуре, но я обещаю, что я доведу до конца. Осы колобурез май департи, ку полиция один Румыния, ку прокуратура один Румыния. Ку Скотланд-Ярду. Осы фи демонстратка Плохотнюк есть адиваратул челебру интерлоп, кари организат синдикату дикиллер на стати ли уе. Ши астая ситуация, ша астая штирямя. Диаста ва мулцумеск,
Vreau să văd pornocanalul lui Plahotniuc. Azi am dat alte știri. Nastase vine la Moscova să-l duc de mână la Karmalak și să-l duc la Kremlin. No. Vă rog frumos din toată inima. Vorbiți cu bunie părinții, mai ales cei care sunt la țară. Deconectați-le la toți Publica TV, Prime-ul și restul viceilor lui Plahotniuc. Că sunt niște porci care încearcă să influențeze, încearcă, știți cum, să organizeze o sectă și nebunesc oamenii la cap. Mergem înainte doar pentru victorie, dar am rămas în căutare în Republica Moldova. Măcate proștii lui Plahotniuc și împuțiță lui de așa numiți ofițeri pe care el îi ține în buzunar și le dă acolo câteva 2-3 mii de dolari pe lună. Asta e situația. Vă iubesc, vă mulțumesc. Pregătiți-vă, Vladimir Gheorghe, ca să vă ardă curul la toți. Și toți acești procurori politici care îl ajută pe Plahotniuc a să răspundă în fața legii, a să fie în baza unei anchete internaționale. Pentru asta distrugeți probele, influențați martorii, încercați să-l spalați pe Plahotniuc de toate crimele, mai ales de omoruri. Să vă fie rușine, vă doresc o zi bună, mergem înainte, mai ies în direct. Ura!